Сделаем подарок к Дню влюбленных. Нам понадобится цветная бумага, клей, карандаш, простой карандаш и ножницы. Рисуем сердечко. Это будет голова нашего котенка. С помощью клей-карандаша приклеиваем сердечки, которые будут нам служить ушками. Можно сердечки вырезать. Можно использовать дырокол фигурный. Так у нас получилось еще маленькое сердечко, которое будет у нас носиком. Приклеим нашему котенку глазки. Глазки можно и нарисовать. Возьмем фломастер и нарисуем вот такого замечательного котенка. Вы можете сделать со своими самыми маленькими детьми.